Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас немножко внеплановый Zoom, потому что сегодня мы представляем вам нового партнера на платформе DAO. Это компания, которая уже много лет успешно работает на рынке недвижимости и занимается продажей недвижимости с залоговых аукционов. И более того, сейчас запускает более широкие масштабные проекты. И у каждого человека есть возможность, кто хочет инвестировать во что-то твердое, сотрудничать с этой компанией. Ну и, соответственно, благодаря сотрудничеству через DAO вы будете получать двойную выгоду и процент на свои инвестированные капиталы, как и что об этом сейчас расскажем. И плюс еще доходность с самого DAO в виде дивидендов. Презентовать и рассказывать о проекте буду не я, а человек, который возглавляет как раз сетевую часть этого проекта и расширение клиентской базы. Эдуард, тебе слово. Да, всех приветствую, добрый вечер. Начну сразу тогда, перейду к делу, как мы зарабатываем, на чем зарабатывает компания. Смотрите, мы работаем на аукционах по банкротству, это на 85%, то есть мы покупаем объекты недвижимости недооцененные, либо, соответственно, с аукционов по банкротству дешевле в разы рынка. То есть если представить стакан, да, куда летит каждый день десятки, сотни объектов недвижимости, кстати говоря, мы занимаемся только коммерческой недвижимостью и землями. Так вот, куда летят каждый день десятки, сотни этих объектов недвижимости, которые дешевле рынка, на которых можно заработать 30-40-50%, наши эксперты их отсматривают и отбрасывают все эти объекты, потому что 30-40-50% в компании вообще не интересно. У нас есть экспертная наша команда, которая ищет бриллиантики, так называемые, то есть это объекты, которые дают от X2, то есть на тех объектах, которые можно заработать сверху 100%, 150% и так далее. Вот эти объекты нас интересуют, да, то есть рынок по этим объектам на сегодняшний день. Если мы берем Москва, Московская область, Казань, набережные Челны, это 20 миллиардов в месяц. То есть, чтобы вы понимали, насколько потолок. Регистрация что? В Ютубе? А я ничего пока не показываю. Да, я ничего не показывал сейчас. Вот. Как раз таки мы занимаемся тем, что находим эти объекты интересные, дальше покупаем их. Ну, представим себе, да, есть рыночная стоимость объекта, а есть далеко ниже рынка. Вот мы берем, соответственно, на низах, дальше это объект недвижимости мы превращаем либо в бизнес, то есть если это там торговый центр или еще какой-то объект, который можно переделать в там, торговые центры, в ритейлы какие-то. Вот. Либо же мы покупаем землю, соответственно, дальше мы ее межуем, переводим разные назначения и, соответственно, строим те же самые ИЖС. Вот. На выходе получается готовый продукт, который мы продаем либо в рынок, либо нашим инвесторам, так называемым карманным, которые есть у нас и в большом количестве, которые ждут, когда мы возьмем тот или иной объект, дальше настроим все бизнес-процессы и уже непосредственно им будем продавать его. Вот, команда на рынке уже 15 лет, в этом году будет 16-й год. Я говорю сейчас за команду как раз экспертов, которые занимаются непосредственно работой с недвижимостью. Большой, огромный трек-рекорд, который мы предоставили нашим партнерам. Мы, соответственно, DAO мы тоже его предоставим. Ребятам, посмотрите, Сергей опубликует, ну, либо там по вашим каким-то социальным соцсетям, либо каналу, он покажет эти все объекты. Точнее, не все, а те, которые мы показали. Мы специально брали объекты там, 10-летней давности, 5-летней давности и те объекты, которые у нас сейчас в работе, чтобы вы понимали, что компания работает не год, не два на рынке, а более 10 лет. Что мы делаем? Первое, мы строим, то есть мы сами строим и коммерческую недвижимость, и жилую недвижимость, ну, если брать ИЖСки. Строим мы, опять же, там, с 2010 года, на сегодняшний день у нас уже будет 12 лет, как мы занимаемся непосредственно строительством, ну и помимо этого 15-16 лет, как недвижимостью вообще занимаемся. Если брать Orex, да, для чего он был создан? Orex был создан для масштабирования. То есть нам сейчас интересен масштаб. Мы уже подошли к тому рубежу, что нам хочется покупать все больше и больше, но, соответственно, инвесторов именно конечных
не интересует работать с нами на аукционах. То есть им интересно делать сделки в один день. Мы принесли объекты недвижимости, им все понравилось, они дают деньги, покупают сразу объект. А вот эта вся подготовка их мало интересует. Поэтому мы расширяем наш пул, и мы попробовали, точнее не попробовали, а начали, запустили в июле сетевое направление. Сетевое направление, чем нам понравилось, тем, что ты тратишь те же самые средства на входящие деньги, как и классический маркетинг, но даешь их в сеть. А сеть качает намного круче, чем обычный классический маркетинг. Поэтому мы провели тесты, определенные гипотезы, поработали с сетевым направлением, нам это понравилось, нам понравилось, как откликается рынок, нам понравилось, соответственно, какие чеки заходят. Ну и, собственно, мы быстро собираем этот пул уже отдельный Orex. На сегодняшний день у нас с июля куплено 4 объекта недвижимости уже на Orex. Ну и, соответственно, вот сейчас пятый мы берем большой участок земли. Это сделка с одним из топовых банков. Я не буду пока раскрывать. Соответственно, как мы подпишем на этой неделе, я обязательно раскрою в наших каналах, какую землю мы взяли и, соответственно, с каким банком мы провели сделку. Вот. Смотрите, у нас, чтобы не затягивать время тоже долго, у нас на чем мы зарабатываем, я вам рассказал. Теперь расскажу вам, какие у нас есть продукты сейчас, на данный момент. На данный момент первое, на чем я остановлюсь, это альянсы. Как работают альянсы? То есть представьте себе, у вас есть пул DAO, вы заходите в этот пул, ну и, соответственно, начинаете инвестировать. Мы этот пул весь агрегируем средств в один кошелек. И дальше альянсу мы показываем те или иные объекты. То есть мы показываем, соответственно, объекты, которые выходят на рынок. Это закрытая витрина получается. Мы показываем, допустим, тот же самый торговый центр, либо участок земли, либо все различные объекты. И дальше вы выбираете. То есть вы видите, там, к примеру, цикл сделки. Зайти можно на 10 декабря, выйдете вы из него там, через 8 месяцев, допустим. Профит такой-то, такой-то. Окей, все, то есть вы готовы участвовать в этом объекте, мы знаем, что вы уже собрали эти средства, ну и, соответственно, ваш глава, я не знаю, кто это, Сергей, допустим, либо они уже там между собой определитесь, комьюнити, либо Илья, либо вместе определяются, что да, мы заходим в этот объект недвижимости, прибыльность такая-то получается, минимальная прибыльность на объекте это 60%, то есть если вы, допустим, внесли 100 тысяч рублей или 1 000 000 рублей, то минимум вы зарабатываете 60%. Вот, как максимум, тут нет максимума, потому что если мы заработали сверху, допустим, 200%, то эта прибыль делится 60 на 40. 60% зарабатывает Альянс, 40% зарабатывает компания Orex от прибыли. То есть, сами посчитайте, если мы заработали на объекте 200% сверху, значит, каждый из участников Альянса заработал 120%. То есть внес 1 000 000, получил сверху еще 1 200 000. Вот. То есть так работает Альянс. Вся недвижимость оформляется на вас, весь документооборот оформляется на вас. Единственное, что опять Сергей с Ильей решат, это будет либо, допустим, юридическое лицо, когда он будет представитель, да, юридического лица, на которое мы будем оформлять. Вот. Либо дадут нам каких-то людей именно от DAO, на ком будет висеть эта недвижимость. Вот. Либо же второй вариант. Вы заходите в уже готовый альянс, у нас есть готовый альянс казанский, у нас наши партнеры из Казани с нами работают, ребята. Соответственно, они уже создали свой альянс, они уже купили один объект недвижимости на него. И чтобы долго не заморачиваться с оформлением, можете просто присоединиться к этому альянсу. И когда мы показываем тот или иной объект недвижимости, к примеру, там вот мы последние сделки проводили, я показывал ребятам объекты 35 миллионов, 50 миллионов, вы можете с ними скооперироваться, к примеру, Альянс Казанский говорит, мы готовы внести 20 миллионов, и еще там DAO, все комьюнити внесло еще 30. Таким образом, вы взяли, соответственно, всем альянсом, объединились Казанский и ваш альянс, купили этот объект недвижимости, и каждый заработал на ту сумму, которую он внес, процент. Вот, это первый продукт наш, альянсы. А второй продукт – это дома. Я хотел бы вам его показать, сейчас я покажу. Сейчас запущу. Секунду. Демонстрацию экрана. Видно экран мой, скажите? Угу. То есть мы не можем давать какие-то разные плюшки, типа автомобиля за 30% или любая квартира в любой части мира за 30%. Такого у нас нет. Потому что у нас математика строго привязана к объектам. Но
мы можем давать классные различные варианты делать именно с недвижимостью в определенном месте и в определенное время. То есть сейчас, вот то, что я вам говорил, мы выходим на крупную сделку, это будет большой участок земли, там, где мы будем строить коттеджный поселок. Коттеджный поселок, ну, поселок таунхаус, точнее. Вот. И так как она обходится нам в разы дешевле рынка, и так как у нас еще строительная компания своя, мы можем делать это все по себестоимости. Ну, точнее, не то, что по себестоимости, даже чуть ниже себестоимости, потому что мы зарабатываем на сделках, получив эти средства. То есть, смотрите, вторая программа – это продуктовая. Она будет постоянно меняться. Вот сейчас в нашем продукте это таунхаусы. То есть мы выпускаем 1000 таунхаусов. Коттеджный поселок из 1000 таунхаусов. Мы даем возможность людям зайти в таунхаус за 1 258 000. Если сразу, значит, смотрите, таунхаус, вот это, наверное, я вниз опущу, вот так, таунхаус 50 метров, блок, то есть можно сделать 50, 100, 150 и 200 метров, ну вот, в пределах 35 километров от Москвы, от МКАД. Ну, сейчас, да, стоимость такого объекта недвижимости от 5,5 до 7 миллионов рублей. Потому что самая низкая цена на квадратный метр сейчас за МКАДом – это, ну, ближайшее Подмосковье. Я не беру там 100 километров от Москвы. Ближайшее Подмосковье с хорошей транспортной доступностью – это 80 тысяч квадратных метров. Ой, 80 тысяч рублей за квадратный метр. Извините. Ну вот. Соответственно, 80 тысяч умножайте на 50 метров, у вас получается 4 миллиона, плюс еще стоимость земли, вот у вас там минимум 5,5 миллионов сейчас рынок стоит таунхаус. Мы это делаем за 1 258 000. Это если в рассрочку. В рассрочку у нас есть на 2 года, то есть вы платите первоначальный взнос 370 тысяч рублей, и дальше 2 года по 37 тысяч рублей. Ну вот, на 36 месяц вы получаете ключи. Если вы вносите сразу всю сумму, у вас дисконт идет минус 10%. То есть 10% – это, соответственно, 1 132 000. Вы получаете свой таунхаус. Вот, как я и говорил, то есть есть разные блоки до 200 квадратных метров за блок. У каждого таунхауса есть 1,5 сотки своей земли зеленой. У каждого блока. Если у вас 100 метров, значит, у вас 3 сотки. 150 – 4,5 сотки. Зеленый, соответственно, зеленый сектор, там вы можете, пожалуйста, посадить деревья, поставить барбекю, но это уже дело ваше, дело каждого, то есть кто чего хочет поставить на своей земле, тот, соответственно, хозяин-барин, как говорится. Какие есть возможности для выхода, если вы внесли 1 132 000, то есть если вы внесли всю сумму? Первый вариант выхода – это выход через 7 месяцев в кэш, да, в деньги. То есть вы можете сами продать в свою очередь. Ну, то есть понимаете, да, как сейчас обычно застройщики делают. Сначала продают до котлована, потом продают на котловане, потом продают первый этаж, когда вы строите, или второй этаж и так далее. Здесь то же самое. То есть вы, по сути, сейчас покупаете очередь. Я вам скажу, что после Нового года мы будем ставить ценник 2 300. То есть сейчас идет промо-акция, а сейчас в два раза дешевле. После Нового года будет цена 2 300, 2 300 000. Но мы разрешаем выходить из программы минимум через 7 месяцев. То есть, к примеру, даже если вы сейчас полностью купили, оплатили, соответственно, можно выйти через 7 месяцев из программы. Это уже будет июнь, по-моему, да, сейчас, если посчитать. Вот. Вы можете продать в рынок, либо мы, как компания, за вас это делаем. То есть мы перепродаем вашу очередь в рынок, соответственно, вы получаете, опять же, плюс от 60 до 100% на свою инвестицию, которую вы сейчас вложили. Либо же там, спустя 7 месяцев вы можете это сделать сами. То есть вы можете перепродать, если вы умеете это делать, или у вас есть знакомые риэлторы, хотите, продайте дороже, там, за 3 миллиона рублей. Это уже ваше дело, но, соответственно, вы будете этим сами заниматься. Компания до 100% сверху может его продать. То есть за 2 300 она может его продать. Вот. И продажа через 3 года. То есть либо, ну, многие из вас идут, точнее, не многие из вас, да, многие мы проводили исследования, и в чате запускали, там у нас в Орекс-чате запускали опрос. 50% идут на перепродажу, да, то есть перепродать свой таунхаус через 3 года по рыночной стоимости. То есть получается, если за 1 132 000 купили, то 5-7 миллионов вы можете его продать. Это один блок. Если взяли 2 блока, 3 блока, ну вот умножайте. Ну вот. А многие оставляют его себе, потому что, ну, хотят просто свой таунхаус иметь, возможно, там, родителям, либо детям, наоборот, либо съехать с съемного жилья, пожалуйста,
То есть можете жить, можете продавать, все оформляется на вас. Гарантия, что земля, которая сейчас покупается, оформляется на всех пайщиков. У нас личный кабинет, соответственно, ну, опять же, если заходит клиент просто на дом, вы можете зайти просто на дом, то оформляется лично на вас. Если же вы заходите пулом через DAO, тогда, опять же, мы считаем, сколько домов, ну, допустим, на сколько домов вы собрали, на 100 домов, к примеру, собрали все вместе, значит, мы, опять же, оформляем эту недвижимость на DAO. Эту недвижимость на DAO мы оформили. После того, если хотите, продавайте, либо хотите, опять же, живите DAO уже внутри вашего комьюнити, вы сами решаете уже. Вот. Также мы можем построить, я знаю, что у DAO есть замечательная идея, построить свой экопоселок. Там же у нас будет 1/3 земли свободная еще. То есть мы будем думать, что мы там будем делать. Либо мы будем достраивать еще 500 таунхаусов, либо мы будем премиальный поселок делать. Но вот от DAO было предложение, то, что вы хотели сделать свой экопоселок, можем его там реализовать. Потому что там действительно земля хорошая, рядом озера. Ну, в общем, я покажу, дайте только подписать, потому что я не люблю до момента подписания там ничего показывать. Хочу, чтобы уже точно показать, что вот землю подписали, договор подписали, все. Вот. Это что касаемо домов. Это была быстро сделана визуализация. Мы сделаем сейчас проект коттеджного поселка самого. Так вот выглядит. Я обязательно все это скину. То есть после зума я скину это все Сергею, и Сергей поделится с вашим комьюнити всеми документами. Да. Все это заходит через личный кабинет. То есть можно у нас в офисе приехать и платить. Офис находится на Ленинском проспекте, у нас Москва. Можно также через личные кабинеты, оплата Тинькофф, Сбербанк, любой банковский перевод, либо если вы идете через, опять же, кабинет DAO, который сейчас, ну, через криптовый, пожалуйста, можно и криптовый, вы там сами свой пул делаете. То есть как вам удобно, как вы решите, так и будет. Так, это раз, что я хотел рассказать. То есть первое – это альянс, да, подведем такую черту сейчас пока промежуточную. Альянс, значит, в альянсе вы просто собираете пул средств, мы отправляем в различные объекты недвижимости, мы сами с ними работаем, и вы получаете свою доходность. Доходность вы знаете заранее. То есть прежде чем вложиться, мы вам говорим, здесь вы заработаете там, от 60 до там, 90%. А вот на этом объекте вы можете заработать вообще там, 90-120%. Вы это знаете. И сроки вы тоже все знаете сразу. Плюс-минус они там, месяц-два могут как в меньшую сторону, так и в большую сторону. Мы тоже на дельту это сразу объясняем и рассказываем. Все оформляется на вас. Второе – это продуктовая линейка дома, таунхаусы. До Нового года цены, те, которые я говорил, после Нового года в два раза дороже это все будет. Опять же, если мы не успеем их продать, потому что на данный момент продажи, ну, официально не стартовали, но лично запросов пришло уже больше 150 домов. Поэтому посмотрим, как только мы откроем, соответственно, вот эти, ну, ворота официальные, за сколько, ну, как быстро мы продадим 850 домов. Я думаю, это случится не до Нового года, а быстрее. Но, опять же, мы будем запускать параллельно еще несколько программ после Нового года, но ценник будет выше в два раза, потому что это промо, которое позволит нам, опять же, быстро разойтись на слуху, чтобы мы были, но это делается в рекламных целях, в маркетинговых целях. И третий продукт, о котором я хотел поговорить, это личный кабинет краскриптовый. То есть он создан для тех, кто не хочет светиться, те люди, которые привыкли работать с криптой, те люди, которые любят глубину. Если работать в глубину структуры, то это вот, пожалуйста, это второй кабинет наш криптовый. То есть смотрите, как это все работает. Здесь у нас пассивный доход есть, да, то есть 4 пакета. Первый пакет на 15 месяцев вклад, 30% он приносит, плюс бонусный до 20, то есть 50% в общей сумме. Второй вклад на 27, это 69% плюс 40% бонусных. 36 у нас 120% дает плюс 60% бонусных. Ну и лонг, это 4-летний, 186% и 80% бонусных, до 80%. Вот. То есть вы кладете, стандартная ситуация, кладете просто на депо и, соответственно, получаете раз в квартал, пока раз в квартал получаете средства. Дальше мы будем менять это в более короткий период, там будет раз в месяц. Но это чуть позже, потому что сейчас у нас разработка работает над этим.
пока работаем так, как есть. Дальше уже, когда будем готовы, мы объявим обязательно об этом. Вот. Смотрите, как работает глубина. С первой линии всегда 10%. Всегда. 15% идет для тех, кто зашел на 1,5 миллиона и выше. Это лидерский пакет, вот этот вот лидерский. Вот они. 1,5 миллиона и выше, у вас первые 10 человек 15%. Всегда первая линия 10% и лидерский 15% для первых 10. Дальше. У вас растет ваш процент по глубине в зависимости от сбора структуры от вашей, под вами. Это все в рублях. Заметьте, это не в долларах, это в рублях. Потому что мы работаем в рублях, ну и, соответственно, все это переводим в рубли. То есть у вас инвестор-пакет и лидер одни проценты повыше, новичок другие проценты, до 100 тысяч рублей, если вы вложили. У вас вот такие проценты, от 100 тысяч рублей и выше у вас вот эти проценты. Смотрите, 1%, если 2 миллиона у вас оборот структуры, у вас 2,5%, 6 миллионов рублей, 3,5%. Если вы хотите перейти на дальнейшие 5,5%, 6,5% и так далее, то у вас появляются уже дополнительные ветки. То есть минимум должно быть 3 ветки по 1,5 миллиона объем, 4 ветки по 5 миллионов объем и доходит до 5 веток по 50, это если прям максимально вообще получать. У нас нет линий стандартных, у нас нет такого, что там с первой линии, с второй, с третьей. У нас вся глубина работает вниз, внутрь, то есть у нас нет вообще предела. У нас ступенчатый маркетинг, то есть, к примеру, у вас, ну давайте пример разберем, вы доросли до 6,5%, а я нахожусь под вами, у меня 2,5%. Вот вы зарабатываете ваши 6,5% минус мои 2,5%, вы зарабатываете 4% со всего объема моего. Понимаете, да? Здесь понятно все, Сергей? Надо мне поподробнее остановиться? Не, все понятно. Ну, ступенчатый... Но потом детально разбирать, кому интересно, на школах более подробных, поэтому сейчас общая информация, чтобы люди поняли. Хорошо, хорошо. Какой еще, какая разница еще у этого личного кабинета? Здесь есть подарочный баланс. Подарочный баланс формируется следующим образом. Допустим, Сергей меня пригласил, я принес 1 миллион рублей. Сергею упало 500 тысяч рублей на подарочный баланс. То есть не путать вот с этим балансом. Они разные. Этот копится от всего объема. А подарочный баланс копится лично у вас в зависимости от линии. Это второй баланс получается в личном кабинете. То есть Сергей пригласил меня, я принес 1 миллион рублей, ему упало на подарочный баланс 500 тысяч. Я позвал еще кого-то, Василия, допустим, Василий принес 1 миллион, Сергею упало 250 тысяч, это его вторая линия, и так далее, до 6 линий вниз, вот у вас процентные, соответственно, проценты, копится подарочный баланс. Дальше вы эти подарочные балансы трансформируете в подарки. То есть 40 миллионов, 45 миллионов рублей со всей глубины у вас нападало путешествие на двоих. Дальше вы забираете путешествие, у вас баланс не срезается. У вас он дальше идет 46, 47, 48, следующий этап автомобиль. Следующий этап апартаменты, следующий этап дом, ну и поездка на всю вашу команду. Вы выбираете, с кем вы едете, яхта, лонглюзив, соответственно, на неделю вся ваша команда едет отдыхает. Там до 15 человек, по-моему, считали. Ну вот. Это второй подарочный баланс. Ну и, собственно, все. Про альянс я вам рассказывал, альянс я вам уже говорил. Здесь какой эксклюзив с DAO? Я вам расскажу. Здесь эксклюзив заключается в следующем. Это кабинет криптовый. Да? И для многих сейчас, ну я понимаю рынок, я понимаю, насколько сейчас многие там напуганы какими-то проектами, сколько там всего происходит сейчас непонятного в рынке, связанное с криптой. Эксклюзив DAO заключается в следующем. Здесь вы собираете общий пул даже на крипте. То есть мы знаем, что ну, мы ставим на вас стикеры, что это DAO-ские клиенты и, соответственно, DAO-ские партнеры. И мы видим, что есть обычные клиенты, наши партнеры, есть DAO непосредственно, все ваше комьюнити. Мы знаем, что, к примеру, там 200 человек пришло и, соответственно, проинвестировали столько-то, столько-то. Вы между собой решите. То есть, если вы хотите просто на пассиве быть, окей, не вопрос. Но если вы решите, что вы хотите, чтобы ваши средства, которые вот здесь накоплены DAO, всеми DAO-скими участниками, переходили на покупку в альянс, допустим, и чтобы это все оформлялось, эта недвижимость вся оформлялась на вас, да,
то мы так и сделаем. Если вы хотите, чтобы вот это все, опять же, то, что вы накопили, переходило в дома, и вы уже между собой договоритесь, к примеру, вы сейчас закупаете дома, и дальше вы будете выходить, там, через 7 месяцев мы будем перепродавать, и вы будете получать свою прибыль. Окей, значит, опять же, тогда мы оформляем на DAO эти дома, забираем отсюда из этого личного кабинета или средства, оформляем на DAO дома. Таким образом, опять же, все оформлено на вас. Как только мы продали, мы отправляем DAO средства. Ну, либо вы решите их не продавать, а дождаться, к примеру, там, не знаю, когда уже пойдет строительство этих домов, вы будете продавать их там, по 3,5, по 4 миллиона. Ну, вот. То есть вот эксклюзив заключается в том, мы с DAO договорились, что криптовый кабинет тоже можно переводить в легальное поле, и чтобы все оформлялось на вас. У нас второй личный кабинет, о котором я сейчас говорю, полностью в правовом поле РФ. У нас там паевый, кооператив. У нас первый в России, да, чтобы вы понимали вообще, или, ну, грубо говоря, технологичный личный кабинет, который мы связали с 1С, и работает наша кооперация и вообще вся работа. Если вы зайдете, зарегистрируетесь, Сергей даст вам ссылку, вы поймете, что весь документооборот, он автоматизирован. Сейчас Сбербанк идет туда, в ту же сторону, ну и еще две компании. Вот, мы это уже сделали, мы это выпустили. То есть и каждый участник, который заходит в тот личный кабинет, он получает там порядка 15 документов, на каждый свой клик он получает документ, на платеж он получает документ, земля оформляется на него или любой объект недвижимости оформляется на него. Регламенты все выложены, все прописаны, то есть вы можете посмотреть, почитать, legal opinion готов, поэтому то есть там максимально все прозрачно и максимально понятно для тех, кто хочет работать в правовом поле, и опять же, еще одна разница, вы там платите налог, то есть мы, соответственно, снимаем налоги и с реферальных выплат в том личном кабинете, там всего лишь одна сейчас работает линия, первая линия, это 10%. Вот, но налоги с рефералки мы снимаем, и налоги, опять же, там, на прибыль мы тоже снимаем за вас. И отправляем потом декларации, вы можете скачивать их по запросу, либо через, я вам сейчас покажу, либо прямо из самой истории. Вот, смотрите, как это выглядит. Это второй личный кабинет, как раз-таки, который у нас полностью в правовом поле РФ. То есть вы забиваете свои данные, здесь вы можете посмотреть целевые программы, то есть Альянс Казань и свой таунхаус. Вы можете почитать все, посмотреть все регламенты. Здесь положение посмотреть, либо документы все посмотреть. Здесь они выложены в разделе «Документы». Все это оформляется автоматически. Если вам нужно пополнение, опять же, выводы у нас по средам всегда. Пополнение здесь, в этом кабинете. Выбираете сумму, неважно, 100 рублей, сформировать QR-код. И платите обычным СБП. То есть с вашего там Тинькофф, Сбербанк, как, с чего вы привыкли уже работать. Ну, вот, реферальная программа. Опять же, здесь ваша рефералка. Вы можете отправить свою реферальную ссылку. История. Вы можете посмотреть всю историю платежей, выводов и так далее, куда вы заходили. Ну, вот. Опять же, связь с нами всегда есть на сайте, вы можете написать. Вот. Но это все тоже Сергей вам скинет, посмотрите, почитаете, все оформляется на вас, записываете все свои реквизиты и работает просто, ну, по белому. Вот. Поэтому давайте, подведя итоги сегодняшней встречи, если быстро пробежаться, зарабатываем на недвижимости, и только на недвижимости, мы никуда не инвестируем, кроме недвижимости. Три у вас варианта работы с нами. Первый – это альянс. Это когда, опять же, мы собираем пул ваш и направляем этот пул непосредственно в объект недвижимости. Либо я вам предлагаю, опять же, скооперироваться уже созданным альянсом в Казань. Мы вас с удовольствием добавим, познакомитесь между собой. Я уверен, вы друг друга знаете там многие. Вот, и вместе этим большим пулом вы будете инвестировать, опять же, там различные объекты недвижимости. Все оформляется на вас, доходность от 60% за сделку, но 60% это редко бывает, поэтому там давайте рассчитывать от 80% за сделку, и средний берем
время, это, ну, 10 месяцев. Вот. Это работает альянс. Все оформляется на вас, все оформляется на всех участников, все документы вы получаете. Если альянс хочет оставить объект себе, ну, к примеру, мы купили какой-то торговый центр, и вы знаете, что он окупается за 3,5-4 года, и альянс может, соответственно, попросить, постучаться в ОРЭКС, сказать то, что мы хотим этот объект оставить на себя. Так тоже возможно. То есть мы можем оформлять недвижимость и оставлять ее на вас, на ваш альянс. А так как это все работает по ПК, по кооперативу, да, то все являются пайщиками, все являются собственниками этого объекта, зависит от пая. То есть кто-то внес туда 1 000 000 рублей, кто-то внес туда 300 тысяч рублей, кто-то внес туда 10 миллионов рублей. И в зависимости от внесенной суммы каждый участник имеет право на дивиденды, если вы оставили себе. Ну, если перепродали, то, опять же, на дивиденды выплачиваются равные суммы. Это альянс. Второй продукт – это дома, да, таунхаусы. До Нового года продаем 1000 штук, дальше после Нового года выходим уже на, соответственно, другой участок земли и другие цены. Здесь можно выйти как в деньги, в быстрые через 7 месяцев, также можно оставить ее себе пожить, ну и, соответственно, пользоваться этим таунхаусом. Также можно перепродать его, когда он построится, на 36-й месяц и получить свои X5. Да? Что еще? Дома. Это не, ну, опять же, там, забегая вперед, это не домики, да, там, трех поросят, которые сдуют ветром, это фундамент ленточный, это газобетон, это хорошая кровля, пластиковые окна, то есть приличные таунхаусы, которые, кстати говоря, команда ОРЭКС тоже будет покупать себе. Вот, то есть мы понимаем, что мы будем строить такое жилье, что потом нам, ну, не дай бог, пришлось краснеть перед нашим комьюнити, что мы там построили. Ну вот, цены рассказывал 1 132 000 сразу, либо 1 258 000 в рассрочку до Нового года. И третий продукт, опять же, это глубина, которую я показывал. Это криптовый личный кабинет. Те, кто привыкли работать с глубиной, те, кто привыкли работать с рефералками, работайте там. Но дальше уже ответ от DAO. То есть, как DAO решит, как мы будем распоряжаться этим пулом, либо классическая форма, мы выплачиваем проценты по нашим пакетам, либо же мы эти средства переводим вот в этот личный кабинет, там, где оформляем все на вас, ну и эти средства попадают либо в альянс, либо в таунхаусы. То есть тут уже решать DAO. Ну, Сергей. Да, Эдуард, спасибо тебе огромное. Ты еще не сказал про одно преимущество для DAO. Оно заключается в том, что с аккаунта DAO вся прибыль будет распределяться в любых раскладах, какие бы там варианты не выбрали люди, и DAO в том числе, прибыль с аккаунта DAO будет распределяться в дивиденды всем участникам DAO. Поэтому здесь для людей еще вторая вот такая выгода. Значит, смотрите, ребят, теперь как подключиться к кому? Вот все выгоды по DAO вы лучше проговорите, да, с комьюнити, потому что я не знаю, это да, уже внутренняя политика, внутренняя кухня. Да, я как раз об этом хочу сказать, что мы сейчас под этим видео будет ссылочка, не прям сразу, а чуть позже будет ссылочка на регистрацию по логину DAO. И, соответственно, всем, кто зарегистрируется, мы будем добавлять специальный чат, где будет как раз вся подробная информация, которую Эдуард предоставит, для того, чтобы вы могли глубоко ознакомиться с проектом. Ну и, соответственно, для тех, кто войдет, мы будем уже с Эдуардом проводить более детальную встречу и разбор с ответами на все вопросы, как это все работает, и по каждому проекту, если вопросы будут, все вы можете их подготовить, к нам прислать, мы их систематизируем, и как раз на таких школах будем разбирать. Вот, Эдуард, тебе огромное спасибо за уделенное время. Ждем от тебя информации, как будет известно и подписан контракт по участку, потому что я думаю, это всем интересно иметь долю, или может кто-то даже для себя возьмет недвижимость в Подмосковье, по сути дела, по смешным ценам, и, соответственно, сдавать ее потом в аренду или использовать самому. Проект очень интересен, и я думаю, будет пользоваться популярностью. Спасибо и до новых встреч. Ну, всем спасибо. Пока.
Thank you.